Добрый день. Сейчас я хочу рассказать вам, какой беспредел творится на нашем предприятии «Воронежский завод контактной аппаратуры». Дело в том, что мы работаем по сделкам. То есть это обозначает, сколько деталей сделала, столько мне должны заплатить. Но за день я делаю 3 комплекта вот этой стойки. Этот комплект один стоит 576 рублей. В среднем у меня получается 2000 в день. Но меня хотят выжать с работы. Это называется мобинг. Это делается очень просто. Мне не дают работу, нарушая при этом статьи 2 3 Трудового кодекса. Вот сейчас время 10 часов 18 минут. Я сделала один комплект. Сейчас иду на склад получать работу. Сейчас посмотрим, что будет. Нет. Александр Борисович сказал, да, больше не давать. А на основании чего хоть он говорит не давать? У него спрашивает. А, у него спрашивает. Все. Вот так. Мы увидели, как мне дали работу. Сказали, все, больше ничего не давать. Вот. Теперь буду сидеть, смотреть телевизор. Вот так. Такой творится у нас беспредел на нашем ВЗКА. Все, пока, до следующего видео.